Хейшки, ребятки, с вами Лекс, мы сегодня опять-таки продолжаем играть во что? Все верно, with me.io. Ребята, в данный момент я, наверное, сейчас получу суперский аквариум, да? Да, вроде его. Опа-на! На супер акулу и супер кита огромного, ребят, мы получаем. Часть, еще одну такую же получаем, супер. И два, видите, билетика, два билетика. Я думаю, сейчас можно будет тогда в турнамент, ребят, пойти. И смотрите, мы выполнили, кстати, турнамент, а у нас же закончился, точно. Мы получили 1000 голды, и нам дали 5-е место, ребята. То есть я все-таки сместился с крутого места на 5-е. Жаль. Смотрите, ребят, у нас появилась также возможность сейчас открыть черепашку. Уии! Просто какой милый черепашонок. Крутой, ребят, он крутой, он выстреляется бомбами. Не скажу то, что самый крутой, потому что мне больше всего... Хотя, если иметь эволюцию у него, то он будет довольно-таки крутой. Видите, также можно купить всякие скины прикольные, типа черепашка-ниндзя. Тоже очень круто выглядит, ребят. Песочная черепашка. И такая черепашка. А вот здесь, смотрите, у него рожица у большой черепахи меняется. Сэндкасл. Песчаный замок. Прикольно. Также, видите, с каждым уровнем у нас что-то меняется. То есть, 15 уровень и какая-то способность появляется. Power Saving 2 какой-то, я не знаю, что это такое. Прикольно, очень интересно. Очень интересно. Как я и обещал, ребят, скорее всего, сейчас будем играть за эту рыбку. Смотрите, у нее есть скины всякие. Рыба-ежик-полицейский, рыба-еж... Милый. Hello Fish, это типа Hello Kitty. Прикольно. Хипстер. Ну, больше на гопника похоже. И сумо. Ух, слишком дорогие они какие-то на самом-то деле. Эти скины, легче без скинов играть. Окей, беру ее, ребят. И все, и стартуем. Но перед тем, ребят, как нажать play, я сейчас кое-что сделаю. Заходим сюда. Называем наш клан. Лекс, большими буквами. И... оставлю его открытым. И здесь напишу... клан... канала Лекс. Все. И создаю, ребят, его. Кто первый успеет, в принципе, в него вступить, тот, в принципе, и батька, как говорится. Все. Вы создали клан. Вы теперь крутой. Хорошо. Можно, видите, теперь всякие... А, это не сейчас. Прикольно. Смотрите, в будущем добавят возможность воевать 5 на 5. И также добавят возможность рейдить боссов всяких. Типа будет какой-то, видимо, огромный босс, и надо будет его как-то победить, возможно. Raid Battles, потому что будет прикольно. Здесь всякие есть бафы, не знаю, что это такое, как они берутся, но это круто. Также можно будет, видите, апгрейднуть клан. Я так понимаю, на второй уровень, да, или что-то такое. Хотя я фиг знаю, здесь есть всякие шляпы. Прикольно. Прикольно. Так, что мы можем сейчас сделать? А, это вот что дается, видимо, со вторым уровнем. Прикольно. Интересно, ребят, действительно вещь. Ну, в принципе, с этим кланом мы еще как-то разберемся. Можно, видите, писать здесь. Дайте попробую еще написать что-нибудь. Да, действительно, можно писать в этом в чате. Классно. Ну ладно, ребят, давайте все-таки начнем играть. Клан вы видели? Если что, я не знаю. Я не знаю, здесь можно ли как-то написать, найти такой же клан или нельзя. В общем, можно приглашать кого-то и так далее. Не знаю, как вступить в него. Называется он Лекс большими буквами, и там есть я. Лекс, разумеется, тоже большими буквами. Никакого идентификатора или прочего здесь нету, к сожалению. Вот так-то. Все, ребят, я тогда продолжаю, уже захожу сюда. Будем сейчас пробовать, как я и обещал, новую рыбку. Под названием рыба-еж. Либо рыба-собака. Либо рыба-фугу. Без разницы, по-моему. Стартуем. Большие рыбы намного медленнее. Если вы разделяетесь, есть способность разделения, то вы можете успеть поймать довольно-таки маленьких и быстрых рыбок. В общем, соль. Так, стоим на месте. Я, ребят, за эту рыбу еще не играл, но вы уже поняли, что здесь есть способности кое-какие. Так что-то... как-то неудобно, если честно, играется. Видите, у меня нет возможности, ребят, эволюционировать. Придется играть без эволюции. То есть 400 пока что максимум. Черепашка.
Прикольно, прикольно. Ну что ж ты? Как мне вас достать? Вот мне скажите. Как мне вас достать? Да пошел ты. Вы видели, как круто это было? Ой, блин, прикольная тема. Вот это классная тема, кстати, вот эти способности. То есть большие рыбы меня навряд ли смогут съесть. Вот это классно. Вот именно эта рыба, это, конечно, вообще что-то с чем-то. Просто главное вовремя нажать, да и все. Класс. Мне нравится. Если вам нравится определенная рыба... Ай-яй-яй-яй-яй, ребят, рыбка. Я уж думал, я не смогу его съесть, кстати. Я думал, я меньше. Да что ж я такое не могу достать-то у вас? Видите, мы, у нас не анлокнута вот эта вот штука, чтобы стать больше. Ну иди сюда, черепашка. У него есть бомбочка у черепашки, так что, в принципе, тоже довольно-таки опасно. Ну, видите, в чем проблема? Засранец. 400 у него. Видите, почему? Я не смог его убить, потому что у меня было 380, 390, 399. Поэтому я его не... 392 было, у него было 400. То есть, видите, опасно вот на больших таких идти. Окей. Так, идите ко мне, мои черепашонки всякие. Черепашонки. Ну почему он проплыл через эту фигню, а я нет? Почему? Вы мне объясните, пожалуйста. А, видимо, эта фигня открывается где-то с 350 или что. Тупо одного только убили, ребят, при том самого крутого, который меня пытался уже сожрать. Что за дерьмо? Это вообще возможно? Ну просто... Плаваешь за этими рыбами и ничего не получаешь. 11 место, хуже у меня еще не было. Ладно, пробуем еще раз, что я могу сказать, ребят. В принципе, способность очень крутая, но при этом то, что меня просто все избегают, убегают от меня, мне просто невозможно кого-то поймать, видите? В этом проблема. Основная заключается. Не успеваете никого поймать. Я по-любому, я уверен, что есть какая-то рыба, у которой есть способность быстрого какое-то ускорения, я не знаю. И так далее. Прыжка какого-нибудь или еще что-нибудь. У акулы, скорее всего, да, наверное, будет такое. Ну, почему-то мне кажется. Ускорение, возможно, у акулы. Так. Не даются, не даются. Вот способность не можешь нажать, потому что приходится мышку, видите, тянуть туда-обратно. Ну, то есть вы в этой стороне, ну, если вы не понимаете, на эмуляторе играю. Вы в одной стороне играете, то есть мышку держите. Ну почему? Почему я не смог достать до этого, до этой черепашонки? Кстати, я могу разделиться, и после этого, ребят, просто много у меня будет всяких вот этих вот штучек. Как называется? Рыбфугу. Ну иди сюда, говнюха. Будет много рыбфугу, ребят. И они все будут, видимо, использовать эту способность. Вот в чем соль. Вот засранцы. Да я ж нажал! Как это работает? Вы чего? Алло, как? Блин, это не нравится мне. Вот это, конечно, я вот сейчас на 100% был уверен, что я его смогу победить. Тупо плыл в его сторону специально, нажал на кнопку, и все. Ничего не произошло. И он безуправляемый у меня человечек. Рыбка. Блин, сложно играть за персонажа, за которого вы первый раз играете. И тем более, когда у вас управление в одном месте, а способности в другом. Ну, сейчас я, ребят, все перенастрою так, чтобы было легче. 12 место. Так, я вроде бы настроил, ребят, сейчас будем пробовать. Я не знаю, будет ли это работать. Да, работает, действительно. Прикольно. То есть, видите, как слабо мы, ребят, как бы сказать, увеличиваемся. То есть, должно быть больше ведь, по сути. Можно, в принципе, вообще без проблем плыть на вот этого чувачка. Без проблем, видите? Просто без проблем. Отлично. У нас, кстати, третье место. Ну, просто нужно привыкнуть, ребята, играть за какого-то определенного персонажа. И этого съели, и того съели. Отлично, супер. И этого съели. Хорошо. Учитывая то, что у него тоже было 400. Иди сюда. Стесняется.
Да не стесняйся, ты, все хорошо будет. Черепашонок. Боится. Не достаю капельку просто. Но я пока на первом месте, но мне кажется, ребят, я не удержусь на этом месте, потому что вы видите, что происходит. Можно, в принципе, попробовать, ребят. Сейчас попробую сделать, как я хочу. Смотрите. Вот здесь. Хотя нет. Отлично. Не, я боюсь, ребята, использовать вот эту фигню по разделению. А то иначе что-нибудь произойдет. Меня съедят просто. Просто проглотят и ничего не спросят. Классно. Способность, конечно, прикольная. Дайте мне еще кого-нибудь съесть, я буду просто счастлив. Не поймал. Блин, я бы этих чуваков убил, я бы... Но я все равно на первом месте. Неплохо, никто не смог меня обогнать. Все-таки за рыбку, ребята, эту, ну, если настроить управление чуточку, то можно вообще нормально сыграть. Видите, 9 киллов. Мне второй уровень дали за эту рыбку. Можно, в принципе, чувствовать себя действительно как рыба в воде. Так, нам дают еще 50 золота, ребят, отлично. Просто так, за какие-то выполненные задания. Так, и также можно разблокировать эту штуку, ребят. Поглядим, что нам выпадет. Опа-на, компас еще один. И у нас скоро будет возможность прокачать вот эту штуку. Я не знаю, что лучше, гиппопотамчика прокачать потом. Или все-таки потратить на него. Эх, сложный выбор, сложный. Ну, скорее всего, ребят, я эволюционирую свою эту рыбку, потому что это действительно крутая тема. Эволюции очень нужны и важны. Плей. Окей, давайте еще раз, ребят, попробуем. Мне понравилась эта рыбка. Она довольно-таки сложная. То есть ее действительно, если игрок умеет играть, то он действительно будет почти бессмертным. То есть на него какие-то огромные рыбы нападают, он просто нажимает увеличиться в размерах и все. То есть... И его атаковать опасно. И, в общем-то, да, играть за эту рыбу довольно-таки перспективно. Так, окей. Кто? Блин, как так вы это вот умудряетесь? Да я же нажал на Q! Я же нажал! Я нажал способность, ребят, опять. Опять то же самое. Вот что меня бесит. Вроде бы нажимаете, а в итоге ничего не происходит. Я, кстати, не знаю, съел бы его. Или нет. Видите, в этот момент, когда мы раздулись, мы не можем, ребята, есть шарики эти. Это проблема. Какая-никакая. У-у-у! Просто у меня было 1000, ребят. Масса 1000 в тот момент, когда я его убил. Неплохо, сразу же, мгновенно, видите, мы апнулись до максимума. Ну, теперь меня... Е-е-е! Одного все-таки победили. Не знаю, но надо будет попробовать, ребят, уменьшиться. Вот до таких размеров. What the fuck? Я никого не боюсь. Ну, кроме тебя. Окей. Так, тихо. Ай! Заплыл не туда, куда надо. Ну, блин, видите, способность перезарядки, а я плыву, пытаюсь убить кого-то. Тяжело, тяжело. Нужно как бы следить еще за тем, что способность-то у нас, ребят, тоже не бесконечная. Да господи, как он долго поворачивает. Чувствуется, как будто задержка какая-то. Ну все, это проигрыш. Это, не знаю, место 20-е, 50-е, не знаю. Явно не десятка, не первая десятка. Эх, плохо. Плохо. Мы выполнили, кстати, квест. На каком месте? На 11-м. Жесть. Забираем денежки за выполненное задание опять-таки. И что? Давайте, наверное, опять-таки плей. Последний разок можно сыграть, ребят. Почему бы и нет? Смотрите, разблокируйте эволюцию. И для того, чтобы найти эволюцию, нам нужно искать вот эти вот штуки. Окей, мы это знаем, мы это знаем. Можете мне не говорить об этом. Я все это знаю. Показывают мне. Эх, зачем? Окей. За эту рыбку нужно быть маленькой почти всегда. Когда у вас есть способность вот это при увеличении размера. Потому что
привлекает больших рыб, и вы такие, оп. И убиваете его. Вот этот вот сундук вроде бы можно съесть, когда у нас будет много очков. То есть сразу мы его съесть не можем. Поэтому нужно как-то много очков набивать здесь. Просто плавать вокруг сундука, потому что сундук это тоже важная вещь. Очень важная. Так, 200 уже. Не попал, что? Что это сейчас было? Меня просто откинуло куда-то. Эх, чертовы лаги. Плохо, ребят, плохо. Планируешь победить. И все вот так вот оборачивается. Ну, у меня размер 300. Мне кажется, я могу съесть вот эту фигню при размере 400. То есть, когда у меня будет уже максимальное количество. В тот момент, когда появляются вот эти шипы на этих шариках. Мне кажется, тогда мы сможем. Вот появились шипы. Да, видите, действительно так. Как же он не управляем? Дабл килл! Вот это красиво. Просто они не подозревают о том, что я могу быть таким сильным. Красота! Не успел. Ну, видите, не перезарядился у меня. Не перезарядилась способность. Видите, мы выбили сундучок, ребят, это прикольно. Сейчас мы его откроем. Смотрите. Я не знаю, для чего это. Также, ребят, нам выпал как раз-таки аквариум. Неплохо. Поглядим, что выпадет. Опа-на. Ну, это вообще идеально. Нужная вещь для как раз-таки вот этой вот рыбки. Окей, нам, кстати, осталась всего лишь одна игра, и мы прокачиваем до третьего уровня эту рыбку. Давайте посмотрим, что за способности вообще нам даются. Так. Ага. Рыба на втором уровне, точнее, на первом уровне у нас быстрее будет. Ага, и, возможно, видимо, будет быстрее поворачиваться. Ну, так вот. То есть, она будет более маневренная. Прикольно, интересно. Но пока что, ребят, мне все равно нравится вот эта рыбка. Эта рыбка пока что вообще идеальная. И, скорее всего, если я буду, ребят, турнамент проходить, опять-таки, то, скорее всего, буду играть за нее. Но турнамент, ребят, я буду проходить, если у меня будет, разумеется, около 5. Ну, скорее всего, даже 5 трофеев. Точнее, билетов трофейных. Тогда да, тогда мы сыграем. И мне, кстати, ребят, прикиньте, выпадала вот такая вот штука. Вот такой вот аквариум. И я не смог его открыть, потому что у меня были все заняты вот эти вот места для аквариумов. Просто фейспалм. Ладно, ребят, я на этом закончу. Надеюсь, вам понравилась игра. Если да, обязательно ставьте лайки, пишите в комментариях. Не забываем подписываться на паблик контакт. Ссылка есть в описании и в шапке канала. Также, ребят, не забываем писать вашу любимую рыбку, ваше любимое существо, которое здесь есть. Потому что мне интересно, за кого вы все-таки хотите, ну, точнее, хотите у кого увидеть из этих рыбок именно у меня видео. Все-таки к чему мне нужно стремиться? К гиппопотамчику, к осьминожке, либо все-таки какой-то другой рыбке, либо существу. Вот так-то, ребят. Спасибо за просмотр, с вами был Лекс, это была игра Fit... Господи, хотел сказать Fit and Grow. Нет, ребят, это была игра Eat Me.io. Спасибо за просмотр еще раз и всем добра.